привет, мои дорогие. Настроение замечательное. У меня сегодня день рождения. Налила себе чашечку кофе, вышла на балкон. А там улыбочка. Бегу такая по парку. А там дерево стоит, улыбается. Это вообще огонь. Друзья, мое тело помнит все. Тело – это то, что дает нам жизнь на физическом плане, через что приходит к нам, как его ни назовите, Бог, Творец, энергия. Всем желаю прекрасного настроения. Всем желаю не кататься на таких вот каруселях жизни, сходить с этого круга, чего бы это ни стоило. Конечно же, нас порой раздирает, и мы во всех этих своих искушениях. И это тоже этот попытка выйти из этого круга. Только нужно понимать о том, что лучше идти в баланс и не разрушать себя. Все, что разрушает тело, не совсем то, что нам надо. Вот. Поэтому день начинается прекрасно, замечательно просто. Сходим с вами в кафе, покажу вам своих подружанек. Замечательный формат дня рождения решила избрать. Это завтрак. Вот в красивом кафе с девочками. Вот, побить все, так сказать, нормы стандартные. Потому что обычно день рождения – это такая история, когда ты суетишься на кухне, либо ты там что-то организуешь и так далее. Но все-таки рождение у меня. Я хочу побаловать себя, своих ангелов-хранителей. С утра уже всех поздравила, поблагодарила и родителей ушедших, и друзей, и всех-всех-всех, тех, кто меня оберегает. Это очень важно. Что еще хотела сказать? Есть такая история с чайной церемонией, возможно, я вам говорила. Опять, кстати, захотелось достать свой чайный столик, у меня маленький остался. Когда мастер чайный делает церемонию правильно, он направляет все фигурки и всю эту историю столика на себя, лицом к себе. И он дает себе возможность быть в балансе, быть в гармонии и наслаждается сам процессом. Он не суетится. Если мастер, каждый человек мастер, если мастер дает эту возможность передать в это состояние, войти другим людям, которые на церемонии, тогда и у них есть возможность прикоснуться к этому. Если мастер суетится, ничего кроме суеты и хаоса не получается. А управляемый хаос, дорогие мои, это наша жизнь, поэтому учимся с вами не контролировать себя, а быть в потоке. Когда ты в потоке, чем не Куинджи? Просто один в один. Да, жизнь – это игра, ребяточки. Если вы в нее не играете, то это не значит, что ее нет. Посмотрите, места вакантные, свободные. Начинаем играть. Кто еще не в нашем паровозе? Ну что, день продолжается. Смотрите. У меня такой лук прекрасный. Сейчас я вам все покажу. Собираюсь в кафе. Как же это приятно с девчонками посидеть на завтраке. Вот такая у меня красивая история. Еще наверх одену курточку. Красавица? Бровушки черненькие. Прекрасно, девчонки. Очень хорошо цветочек здесь сел, мне кажется, вообще замечательно. Что же это такое? Что же нужно женщине и каждой девушке? На душу приехала, вышла в кожанке, жарко обошлась. Как вчера мы с тобой. Вау! Что же это такое, как вы думаете? Скребок какой-то. Да, я думала, вы подумаете другое. Если бы оно было другой формы. А, ну еще и интервью. Это вот эта штука, да. Сейчас еще одна девочка. Шарикую, нацепить или нет? Это из раннего утра. Конечно. Лет 15. Это такая штука, как она правильно называется? Массажер лица, да? Да, микротоковый. Микротоковый массажер для лица. Слушайте, ну глубокий. Он греется, и все микротоки. Но маленькие морщины.
Я долго сопротивлялась. Хорошо. Утром и вечером. Надо его подзарядить. Ну, похоже же на... Похоже на... Да. Он, по-моему, остался включенным, Руслан. Нет, он выключается, когда убираешь. Да. Тут два режима, горячий и холодный. Ага. Очень. Его подзарядить, наверное, надо. Руслан, я вам потом скину картинку. Пока ничего не говорим. Это руни-скрипт. Это три руны. Ты же активируй. Чем? Это активация? Да. Руны активируем. Руны активируем. Значит, девоньки, все, кому отношения... Ко мне. Все ко мне. Рабочая руна. Если кто спрашивает, что это, говорите, это от клещей. От клещей. От клещей. Рабочая схема, девоньки. Все смотрим на меня. Все смотрим на меня, схема работает. О, как ты, мужчина, видимо, будет... Размах. Размах. Пофукаем. Скажи, пожалуйста, как оно? С каждым новым днем. Спасибо. Мы в Белвесте. Я хочу что-нибудь посмотреть туфельки. Посмотрите, какие у них ремни. 31 рубль. Ну, такой же натуральный. 37. Я хочу посмотреть какие-нибудь туфли. Может быть. О, кстати, кожа натуральная 97. Ты посмотри, летние такие. Это на Сашу не зашли. О, и вот эти неплохие. Тоже 97. Хороши. Смотрите, сколько шлепочек. Классно, да? Легенькие такие вообще. Так, а что с туфельками? Амбассандра. 127. Такой как-то нос непонятный. Видите, красивые туфли. Но это же не красивые туфли. Это такое что-то не то. 249. Нет, что-то не то. На высоких вот мне, конечно, вот эти очень идут, но должна быть история хорошая. Подъема 191. О, вот эти, смотрите-ка. И размер мой есть. Надо померить. Надо померить. Ой, вот эти мне пойдут очень сильно. Надо померить. Я вам скажу цену. 249. 249 за Белвест. И вот эти, может быть, с перекрестной с такой. Да? Саша, ну, во-первых, заценила вот эти всякие шлепки. Натуральная кожа или так. А вот с этой стороны тоже были какие. Я мимо прошла. Вот, да? Класс. Вот эти тоже. Класс. Классные, легенькие. Вот эти классные. Классные. И размеры. Размер 36-й, прекрасно. Что там пишут? Вот эти вот здесь, даже 43-го. Блин, мне, наверное, надо такие на лето. Девушка, а можно вас попросить? Сейчас. А вот это? Тоже 220. Да. А вот такое? Сашунь? Нет? Так, ну вот все туфли были хороши. Сейчас мы померяем. Беленькие все. О, сколько беленьких всяких топочек. Легеньких. Кожа, все кожа. 229. Короче, у них цена вся одинаковая на все. Легкие. Кроссы такие. Сколько такие кроссы? 279. Все под сотку. У меня вот белые кроссы, я себе такие купила. Но это такая на лето, конечно, будет жарко, а вот это самое то. Я вот эти вот не люблю сжатые, вот эта история вся, как она носится, вообще непонятно. Нога вся бы 160. Нужно померить, раз шьет, значит, одеваться на нее. Новая коллекция 2024. Так, ну тут стакане вообще мы не будем сюда даже и смотреть. Что это такое? О, может быть, еще что-то такое.
Это такая классика для... Не для нас классика такая. Хотя париться что-то может быть. Черное. Ну, вроде бы даже ничего. Носик, да? Ну, он такой как бы ногу делает, как обрезанную. Хотя у меня нога красивая, а здесь она как-то вот как толстит ее. Ну, и типа интересно. Удобные, удобные, очень удобные. Ну, вроде не колхозно, нет? Нет, конечно. Шлепает только что вот. Пожалуй, эти самые классные. Угу. Немножко такая в них не толстая. $249, да? И очень, 200, очень устойчивый каблук. А сколько он здесь? 5 сантиметров. Буду 1,82 м. Мне кажется, шикарно. Были бы красные такие. А окно закрыли с тобой, с твоей стороны? Я не помню. Еще два. Красные? Вот красный вообще было бы шикарно. Обожаю красную, будет красиво. Все, выбрала 127. 187, 28. М-м-м. Секси.